Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я искренне рад всех вас приветствовать на очередном форуме «Деловой России». И тема сегодняшней встречи – участие бизнеса в достижении национальных целей – говорит о нашем общем настрое, настрое делового сообщества работать всем эффективно, вместе. И говорит о том, что предприниматели России прекрасно понимают свою ответственность за будущее страны, готовы вносить свой существенный, если не решающий вклад в развитие экономики, да и страны в целом. Роль бизнеса в решении стратегических задач действительно очень большая, если не сказать колоссальная. Именно предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан. И чем больше динамичных, сильных компаний, как в традиционных, так и в еще только формирующихся отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост. А он нужен прежде всего для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни граждан нашей страны. Подчеркну, национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России. Ну, я об этом постоянно говорю и уверен, что вы с этим согласны. Нам нужен этот прорыв. Это наша главная, основная цель, достигнув которой мы сможем решить то, ради чего живем и работаем, обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан нашей страны. И, конечно, они должны стать стимулом, эти национальные проекты, для российского бизнеса, для быстрого освоения передовых технологий, выпуска новых товаров, услуг, чтобы наши компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке, активно участвовали в глобальных производственных цепочках. Для этого необходимо сосредоточиться на нескольких важнейших направлениях. И первое – это последовательное снятие барьеров, расширение предпринимательских свобод. Качество нашего делового климата должно соответствовать масштабу задач, которые стоят перед Россией. Именно изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом, да, и выводить эти активы. Как вы знаете, мы предусмотрели амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года. При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства. Мы с коллегами обсуждали, естественно, ситуацию, которая складывается в этой сфере. Считаем, что еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию. Такие районы созданы, как вы знаете, на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Также на один год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний. При условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами Российской Федерации. Второе направление нашей работы – это развитие конкуренции. Проекты, которые мы реализуем, создают огромный спрос на продукцию для промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, социальной сферы. Хочу еще раз обратить внимание правительства, все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компании с госучастием должны быть открытыми и прозрачными. И нам нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить такую конкурентную среду. Я знаю, что у вас есть конкретные предложения, мы обязательно их обсудим. Что касается вашей идеи, мы с коллегами, с вашими общаемся не так часто, наверное, как хотелось бы, но регулярно, и эти предложения нам известны. Так вот, что касается вашей идеи, как можно раньше начинать процедуру отбора поставщиков, то она уже в работе. Согласен с тем, что это целесообразно сделать по отдельным группам товаров или услуг,
чтобы у компании было время, например, на не менее чем полгода основательно подготовиться к конкурсным процедурам. Третье. Мы формируем целостную систему продвижения наших товаров на глобальных рынках. Аналогичный механизм, необходимый в отношении экспорта услуг. По предложению деловой России такой подход будет отражен в законодательстве, включая условия налогообложения. И речь идет не просто о развитии экспорта, но и о стимулах для бизнеса инвестировать в здравоохранение, образование, в логистику и в туризм. То есть в те сферы, которые создают комплексный экономический, социальный, технологический эффект. И, конечно, важнейший, ключевой вопрос – это акцентированная поддержка технологического развития отечественного бизнеса, содействие внедрению инноваций и перевооружения производства. Здесь уже принят ряд решений. В том числе прошу субъекты Федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление основных фондов. Понятно, что деньги бюджету нужны всегда, причем бюджету любого уровня. Но, безусловно, нужно думать на перспективу, создавать благоприятные условия для того, чтобы открывались и модернизировались предприятия, росла производительность труда. И тогда налоговые поступления, безусловно, будут расти, а регион будет двигаться вперед. На федеральном уровне такие законодательные решения приняты. Нужно, чтобы соответствующие решения принимались и на уровне регионов. К сожалению, пока только в 10 субъектах Российской Федерации приняты соответствующие законодательные решения. Еще одно предложение. Прорывные решения и идеи для крупных компаний нередко создают именно небольшие бизнес- и исследовательские команды. Нужно обеспечить их, прежде всего, на самой ранней стадии развития необходимым финансированием. Вот, собственно говоря, об этом мы говорим постоянно. Здесь важно сформировать стимулы для частных инвестиций, создавать особые условия, в том числе налоговые, для граждан, которые вкладывают в стартапы свои личные средства. И их, как известно, весьма образно называют бизнес-ангелами. Я прошу правительство совместно с деловой Россией в короткие сроки представить соответствующие предложения. Одновременно считаю целесообразным серьезно укрепить правовую защиту интеллектуальной собственности, сформировать привлекательные условия для регистрации патентов, и причем на территории, разумеется, России. В этом направлении уже сделаны определенные шаги. Но многие вопросы, к сожалению, еще требуют эффективного решения и развития. Уважаемые коллеги, мы традиционно тесно и конструктивно взаимодействуем с вами. Рассчитываю, что и сегодня мы выйдем на практические решения по вопросам, которые значимы и для государства, и для бизнеса. Наша встреча проходит в Московском доме музыки. В этом зале, конечно, трудно избежать аналогии. Есть такие сравнения, не буду сейчас вдаваться в детали, но мы знаем, что ситуация в мире развивается очень энергично, быстрыми темпами, и мы вот в таком стиле с вами и должны работать, в стиле Аллегро. И надеюсь, что сегодняшняя наша встреча будет полезной и поможет мне сформулировать даже определенные предложения и идеи в послании этого года. Благодарю вас за внимание. Спасибо.